проблема в том, что у нас сегодня из-за того, что предприятие платит НДС и является муниципальным предприятием, а не бюджетным учреждением, предприятие переплачивает порядка 30-40 миллионов налогов в бюджет. Я думаю, что если мы переведем в бюджетное учреждение, предприятие получит порядка 30-40 миллионов экономии, и мы эти деньги направим и на улучшение материально-технической базы предприятия, и на заработную плату сотрудников.